Здравствуйте, мои дорогие подписчики и подписчицы, а также гости моего канала. С вами канал «Все для огорода». А чтобы получить богатый урожай клубники, то есть спелых и сладких ягод, вы должны сделать такую подкормку при помощи марганцовки и легко усваиваемого азота, то есть нашатырного спирта. Для этого вам нужно налить ведро теплой воды, добавить туда несколько кристалликов марганцовки и еще добавить 2 столовых ложки нашатырного спирта. Это легко усваиваемый азот, а также в этом месте, где вы польете этим раствором, не будут ползать муравьи. Вот, подписывайтесь на мой канал, с вами канал «Все для огорода», жмите на колокольчик. Также можно в этот состав добавить немножко и золы. А для этого золу заранее вы должны за сутки замочить в горячей воде. То есть берете литровую баночку золы, берете другое ведро, наливаете туда горячую или теплую воду, все это сбалтываете, и зола должна быть настояться сутки, то есть сделать зольную вытяжку. И только потом вы можете взять оттуда литровую баночку и внести в это ведро. Вот у меня здесь ведро на 10 литров. Туда можно добавить еще вытяжку из золы. То есть заранее эту золу надо настоять. Сразу свежую золу она толку не будет. Если вы сейчас золу насыпите в воду и потом сразу польете, толку не будет. То есть залива есть калий, кальций, там все микро-макро нужные удобрения в зале есть. Но вы должны сделать ее вытяжку. То есть заранее залейте, и она настоится, она упадет вниз, в осадок отойдет, а вот это вот вода насытится вот этим, именно этими полезными веществами. Понятно, да? Так, берем 10-литровую воду. Вот. Так, сейчас. Вот у нас нашатырный спирт. Вот нашатырный спирт, легко усваиваемый. Нужно налить 2 столовых ложки этого нашатырного спирта. Вот одна. Вторая. Вот так все это дело размешать. Вот запах идет такой. Вот, и поливать непосредственно, брать можно сразу взять и под каждый кустик налить небольшое количество этого удобрения или подкормки, можно сказать. Так, мне как всегда говорит, что эта батарейка села, хотя я здесь недавно заряжал. Вот, короче, берем понемногу, вот, и под каждый куст льем этой подкормки. То есть марганцовка обеззаразит почву, а легко усваиваемый азот как раз проникнет в корни, и клубника будет быстро расти. И у нее появятся цветоносы. Понятно, да? Таким способом вы можете подкормить свою клубнику. Вот, и получите большой урожай этой клубники. То есть ягод будет гораздо больше, если вы вот этим составом подкормите вашу клубнику. С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Понятно, да? То есть раствор марганцовки в воде 10-литровый и вот такая вот бутылочка спирт нашатырный. Здесь написано даже букашки, таракашки, муравьи от него дохнут. А это легко усваиваемый азот для корней. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока. Приглашайте на чай, на кофе. Обязательно зайду. Спасибо за просмотр.